Полевая улица в деревне Позняково совсем скоро обновится. Старое асфальтовое покрытие уже сняли. Бригада рабочих приступает к укладке нового. Всего здесь отремонтируют свыше 2000 квадратных метров дорожного полотна. Участок достаточно сложный. Здесь имеется большая яма прямо посередине дороги. И, соответственно, нам пришлось сделать дополнительную работу, выполнить по укачке вот этой воды, чтобы осушить территорию, чтобы был качественный асфальт. Жильцы оставляют автомобили прямо на дорогах. Приходится их находить, попросить, чтобы автомобили убирали, чтобы техника могла работать. Этот участок – один из 37, который планируют отремонтировать в Красногорске за лето. На 11 дорожные работы уже завершены. Это более 25 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Это примерно 28-30% от плана. До конца недели поставлена задача увеличить до 40%, возможно, даже до 45%. Весь ремонт планирую завершить где-то к середине июля, досрочно. Дело в том, что я, в принципе, хочу темп увеличить, чтобы рассчитывать на вторую волну финансирования от области и получить дополнительные деньги на ремонт. Это порядка еще 5-6 дорог. Из бюджета области на ремонт дорог поступает 95% средств. Только 5% из муниципального. Перечень дорог, которые особенно нуждаются в ремонте, сформирован по заявкам жителей и результатам голосования на портале «Добродел».